руководитель компании Турвар Лаунж. Хочу вам немножко рассказать об одном из отелей, находится в Аджмане. Это Аджман Сарай, соседний с Аджман Хотел. Зачем я это говорю? Да просто для того, есть маленький секрет. Здесь пляж, начнем с этого, огражден с обеих сторон волнорезами, как вы видели уже в ролике. И поэтому можно пользоваться и ходить на пляж в соседний отель. Есть удобная тропинка, ни через какие заборы пролазить не надо, есть такая фишечка, это можно. Сам отель Аджман Сарай работает на питание, завтрак, завтрак, ужин, завтрак, обед, ужин, и все включено. Концепция все включено, включая алкоголь, работает с 11 утра до 11 вечера. Если говорить об а-ля-карт ресторанах, их здесь три, два входит в стоимость, один на пляже, который он за дополнительную плату, алкоголь и другие напитки, воду, соки там брать можно, но покушать нужно будет идти в любой из других ресторанов. Территория компактная, 208, по-моему, идет номеров, здесь всего лишь три категории номера. Идет как стандартный номер с видом на город, вторая категория такая же, 38 квадратных метров с видом на море. И сейчас мы находимся в номере, который называется Сьют, он ровно в два раза больше, 80 квадратных метров. Это спальня, это прихожая и огромный санузел. Фишечку этого отеля еще одну вам подскажу, это то, что в Аджмане, это очень долго был эмират, где можно было покупать алкоголь, этот магазин никуда не делся, буквально 2 минуты направо, магазин Оскар, и можно купить любой алкоголь по цене duty free, а возможно даже дешевле. Для детей есть детский клуб, есть детский бассейн, из анимации есть аэробика, волейбол. Сейчас немножко погода подналадится, не будет так жарко, добавят йогу. И еще на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что гостиница под управлением Marriott. Соответственно, если у вас есть карта или вы знаете, что вы часто путешествуете и можете пользоваться их привилегиями, обязательно зарегистрируйте карту здесь, это возможно, так как это дает всегда какие-то бонусы, либо ранний чек-ин, либо поздний чек-аут, либо какой-то завтрак или что-то дополнительно. Ну и если говорить, понравился ли мне отель для кого? Мне понравился отель для тех, кто любит компактную территорию, пешей доступности куда-то пройти. Опять-таки, здесь бонусом территория, по которой можно гулять рядом Аджман Сарай. И еще большой такой жирный плюс отеля, это то, что каждый день в Дубай Молл ходит автобус. Утром туда, вечером обратно. Это абсолютно бесплатно. И 3 раза в Шарджу, в Сахара Молл. Вкусняшки. Бассейн с джакузи. Обычный. Белый песок, волейбольная площадка есть. Очень приятный запах.
ребят, про отель, почему не посмотрели другие номера, потому что хорошая загрузка. Отель сейчас загружен на 70%, и все номера, которые минимальной категории, заняты. Ну а с 18 октября ищите, если вам понравился отель, места, потому что запрашивайте, будем искать для вас и бронировать, потому что отель уходит в стоп. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить актуальные обзоры.